Сеня, Лёй, он складывался вот такой мешочек. Там одеял как лодка. Я вот шли по, вот так, боком, вот. Боком. И вот туда, вот так и надо. Там, где прохал, вот там кулезать поднялся. Вот так и надо идти. То есть вот так вот отсюда вот пойти и вот так, да, вот так до самого леса. Да? Вот так вот до леса. Снова 5 января сегодня, 18 год. Вот нам, бля, дома не сидится. Капец, на улице около нуля, дубак, дождь идет. Хорошо, хоть ветра сильный, хотя тоже есть, дубает. Бля, погодка мрак. Ну, что ж делать. Охота есть охота, кто дома сидит. Тоже херово в ноги потолок. Поэтому если что-то интересное будет, покажем, как говорится. Не переключаемся. Только что, бляха, муха, заяц прямо через все поле держал. Что это такая у нас за нора? Глубокая. На холме. По полю идем. И наверху нора чья-то. Неизвестно чья. Погода мрак. Вообще, блин, капец. Хорошо, хоть ливня нет. Только что по полю бежало три косули, так мельком камеру захватил. Но то, что вы слышали выстрелы, не считайте нас за браконьеров. Косули бежали от того места, где стреляли по зайцу. Они же вместе живут. И те, и другие. О! Только что Коля добил. Он бы два раза промазал. Вот. Только что по рации передал, что... Что зайца взяли. Сейчас пойдем посмотрим. Какой нынче зайчик. Что-то давно в руках его не держал. Отлично. Поле, правда, сильно заросшее, но заяц есть. И это хорошо. О, нифига себе, зайчик. Замучил все-таки. Ты вот здесь трехлапый ползет, блин. А, вот это подранок был, да? Подранок? Да. Я в него два раза шлепнул. А смотри, пополз, блин. Все уши простыли, елки. Все равно живучий, блин.
Пришло еще по башке. Ну, сейчас мы его сделаем с ним фотосессию. Такой хорошенький. Ну. Нормально. Ты сколько? Раз пять? А, четыре раза, наверное, стрелял по нему. Да. Я офигею, блин. Что добивали? Я ему еще по башке пришлось дать. Ладно, что, хорошо? Ну все, хорошо. Все, весь прострелян, лапа прострелена, прям по месту битва. Ну. Отлично. Погода хоть и мрак, но... Какой-то этот, бронированный. Думает, блин. Что снимать? Где снимать? Вон, ёмно, смотри, видишь, блин. А кто это? Заяц кто, видишь, блин? По зайцу стрелял? Ну да, это тоже результат. Коля, поздравляю тебя с первым трофеем в этом году. Чтоб не последний раз, как говорится. Сейчас покажем этого зайчика более крупным планом. Охотники! Сюда все! Групповое фото! Шиповник, блядь, и... Доказательство. Так будет фотография или что? Будет фотография, 50 кадров в секунду. Съемки будут. Ничего себе. Ну давай. Так она уже начинается? Уже идет. Уже идет. Уже идет? Уже идет фотография. О, что у нас нынче. Трофейчик. Он потом сделает из нее. Немножко мокрый, конечно, погода говно. А что он такой, тот самый? Худой, не покорми. Худой. Как будто дохлый. Хуенький. Так, пора наливать. Слушай, покажи, смотри. Какие потрепаны. Чумовой. А? Ну такой побитый, конечно. Слышите, нет? Я предлагаю шурпу из зайца сварить. Да? Блин, палец порезался, машина. Да, сейчас. Чего? Нормально. Мы варили в такую погоду. В такую? Мы варили. Хуже погода была. Снег шел, блин. Мокрый. Ветер, блин, да. Так. Вот видишь, когда костюм... мокрый снег и ветер, выпили 3 литра, блядь, да. Мало. Да. Еще, чтобы да, еще было красиво, чтобы было видно. Еще литр привез. И вперед, чтобы он был крупнее, так, на вытянутые руки. Я вот так, как этого самого. Так не видно, видишь? Чтобы всего было видно. Так, ну что, доставай с полурома, будем чай. Надо идти балку убрать. Ну что, погиб, ну пойдем туда на полу. Нормально. Все, запротоколировано. Полыхнули. Балтийское море. За первого сбитого. За первого сбитого. Есть два повода выпить. Первый повод — это выпить за стрелка. За удачного. За Новый год уже пили, сколько можно пить. За удачного стрелка. Налили или нет? Уже выпили. Уже выпили, да? Нет. Так за что пили? За удачного стрелка пили или за просто так? Просто так. А, понятно. Пока. Надо перекусить, а то уже кушать хочется. Если и еще пару полей прогнать. Если придет всякого тоста, есть, это пьянка. Салфетка. Да. Вон давай это, самогоном. Фу, хоть дождь прекратился. То вообще капец. Слышишь? Мрак. Поля все в воде. Тост,